Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у меня с прошлого года остались замороженные боярышник и облепиха. Когда-то я уже показывала их и просила вас совета, можно ли сделать как-то совместно из них что-то, сок или джем. И вот теперь я решила, разморозила две части боярышника и облепиху. И сейчас буду взбивать блендером. Вот одну часть боярышника я уже взбила блендером. Вот такая масса получилась. Сейчас я ее буду освобождать от косточек через мелкоячеистый металлический дуршлаг. Протирать буду. Ложкой не получилось. Только вот так толкушкой прожимается через дуршлаг боярышник. Очень тяжело, между прочим. После протирания через дуршлаг, вот из облепихи сколько получилось сока, жмыха мало получилось, а от боярышника вот меньшая часть хорошего и большая часть шкурок и косточек. Но я это переварю в компот. И теперь я начинаю смешивать вот эту массу, пюре от боярышника, облепиху, и еще добавила пока полстакана сахара. Посмотрим, что получится из этой смешанной массы. Если сахара мало, конечно же, я добавлю больше. Вот такая консистенция получается. Нет, было кисло, добавила еще полстакана сахара. Сейчас размешаю и попробую вновь. А вот сейчас получилось самое то. Попробовала, очень вкусно. Кисло-сладкое. Облепиха с боярышником и с сахаром. Какая вкуснятина. С чаем будет отлично. И главное, что не варить, сырое. Вот так сейчас я в баночки перелью и поставлю в холодильник. Кому было интересно, как я делаю из замороженной облепихи и замороженного боярышника вот такое пюре, с добавлением сахара, конечно. Если бы вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите отзыв. Сможете вы так сделать? Делали когда-либо? Может, вам действительно понравилось. А кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Пожалуйста, я вам буду очень рада и благодарна. Огромное вам спасибо за ваше внимание, за то, что уделили мне время, глядя на это видео, как я это все делала. Я вам желаю мира, счастья и здоровья, всего самого-самого доброго.